привет, дорогие друзья! Не обращайте внимания на холодильник, я его хочу разморозить перед тем, как закуплюсь мясом. У нас вот такая проблема. Может, кто-то может подсказать, что делать с этим. Вот здесь кухонный уголок, да, стоит гарнитур. И мы стали снизу замечать, что стала темнеть стена, чернеть. Сегодня мы отодвинули стол. Сейчас я вам покажу, что там происходит. А там, ребята, вот такая вот картина. Мы там попрыскали от плесени, и вот сейчас просушиваем, потом еще будем прыскать, потому что это вообще какой-то ужас. Напишите, кто что знает, что можно сделать с этим. Не было ведь до того, как мы мебель ставили, была стенка белая. В чем причина, мы вообще понять ничего не можем. Какой-то ужас. И вот сейчас с этим борщ сейчас просохнет, потом опять все это соскребем, опять попрыскаем, и опять будем вот так вот все сушить. Вообще кошмар. Вообще не знаем, что уже делать. Я иду в садик. У нас время 5:30. Сегодня позвонил мне воспитатель. Сказал, что у Марины замок на курточке сломался. Возьмите ей другую куртку. Вот взяла в пакете курточку и варежки запасные. А то, наверное, у нее опять те сырые. И идем в садик, да? Тайсон? Тайсон? О, как у тебя глаза на камере светятся. Тайсон, ты светящийся. Своими глазками. Ладно, бежим в садик. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я жарю лук, буду делать фрикадельки в соусе. Томатном, наверное, сделаю. Съели все пирожки? Ну-ка, иди разберись там с ним, пожалуйста. Я готовлю. Так, сейчас я вернусь. Так, прошу прощения, пришлось отвлечься. Я здесь делаю зажарочку. Да, многим ребятам не понравился этот костюм. Вот у меня эта кофточка от Василька. Вот такая вот. Ну, многие написали, что как старуха я в нем. Ну, а что теперь поделаешь? Ну, значит, будем старуха. Я и так уже старая, по сути. Поэтому, знаете, нисколько и не огорчусь, что меня так называют. Какой возраст, такая и одежда. Вот так вот. Тефтельки сейчас сделаю, макарошки отварили. Сегодня занимаемся на кухне этой стенкой. Это вообще какой-то трындец. Я не знаю, что уже ребята делают. Почему у нас сталь? У нас никогда, вот сколько мы здесь лет живем, у нас никогда не плесневели стены. А нынче вот после этого ремонта, после всего этого, у нас стали плесневеть стены. Это вообще какой-то ужас. Ну, сколько здесь живем? 10 лет, получается, здесь живем. У нас ни разу не плесневели стены. И тут вот это что-то с чем-то. Многие меня просили показать, какую я сейчас вышивку вышиваю. Ребят, сейчас пока никакую, пока не до вышивки. Поэтому пока никакую. Я еще кофейную, вот ту, которую для кухни, бэкстич не весь вышила. Поэтому мне надо сначала бэкстич зашить, уже завершить. А потом я хочу все начатые процессы достать, показать вам, какие у меня есть. И вы будете мне придумывать задания с этими вышивками. Сейчас зимой времени больше будут вышивать, поэтому смогу на них... Я хочу все сову вышить, которую мне Верочка прислала. Я ее все еще до конца не вышила, но я больше половину уже вышила там. Но вот на лето она у меня отложилась, пока вот весна началась, я ее убрала, пока, потому что пока не до нее. Там по схеме вышивать надо смотреть, то соль. Катя чуть себе в часть соль не положила. Я читала. А что каркаде не пьешь? Вон в банке запаренный. Вот здесь вот в банке вот за штатива. Там и светичка лежит, каркаде так вкусный. Ладно, дорогие друзья, сейчас приготовлю и покажу, что у нас сегодня будет на ужин. Обжарила лук, добавила томатную пасту. Сейчас обжарю хорошенько томатную пасту и буду ложить уже тефтельки. И заливать водичкой, будет как соус. И потом накроем крышкой и будем томить. Thank you.
Все, ребята, приготовила тефтельки. Сейчас наложу деткам, чтобы остывало и будут они кушать. Сейчас покажу, что у меня получилось. Так, ребята, вот такие вот порции у меня получились для деток. По 3 тефтельки всем. Это Егоркина, это Ильюшкина. Ну, кто захочет, свою добавку положит. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли ужинать. Всем доброе утро, дорогие друзья. Вчера рано уснула, даже представляете, не записала видео концовку. То, что вечером делали. Ну, я сейчас вам вкратце расскажу. У нас вчера вечером я кушать приготовила. Накормила ребятишек и спать положила. Так, секунду, сейчас я спать, говорю, положила. Путаюсь уже. Не спать положила, это мы с Оксаной уроки сделали. И получается потом... Мы сделали уроки, я фотографии отправила учителю, потом мне еще мультики стрели, играли, что-то бегали, прыгали, скакали. И, как всегда, обычно без 15-10, ближе к 10, я их спать ложу. Я их положила спать, а в это время всегда у Ирины начинается трансляция. Я начала, зашла туда тоже на трансляцию. Ну, видать, Иринкин голос меня усыпляет. Я во время трансляции немного писала, а потом все, я уснула. Представляете, это вообще до того, видать, я задним вымотала, что я просто уснула. Иногда просыпалась, опять что-то напишу и опять засыпала. И вот так вот. Потом вот уже в 3 часа ночи проснулась. Встала. Смотрю, видео у меня вышло, которое я загружала. Монетизацию потом на него сделала. И все, и потом спать легла. Но я потом долго уснуть не могла. Я до 4, до 5 почти не спала. Я не могла уснуть. Что сейчас с утра очень сильно болит голова. Сейчас вот чай каркаде сделала. Попью чай. Лягу еще полежу. Сейчас давление еще все померяю. Потому что состояние это вообще что-то с чем-то. Голова разламывается. Но ничего, не в этом суть. Так что вот так вот вчера у меня получилось. Ну, бывает с каждым, что теперь. Я надеюсь, Ирина на меня не обидится, что я трансляцию путем не была. Я спала. Ну, просто ее голос такой, что я вот от него моментально заснула. Это вообще что-то с чем-то. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье.